Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как сделать принудительную перезагрузку наушников Sony WF-1000XM3. Итак, представим такую ситуацию: вы вот слушаете музыку, у вас все хорошо, они у вас, естественно, вне кейса в ушах. Так вот, и они у вас, допустим, зависли или что-то такое, обычная перезагрузка не помогает. Если бы она здесь была, а ее здесь нет, поэтому что нам нужно сделать? Единственный вариант, как их перезагрузить принудительно, но не сбросить настройки, это просто взять их, положить обратно в кейс. Ой-ой-ой, чуть не уронил. Ложим их обратно в кейс. Закрываем их на секунд 5, ждем. А затем с спокойной душой просто их достаем и пытаемся подключить снова. Они должны подключиться автоматически, у вас будет все хорошо. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока.